Друзья, привет! В этом видео хочу с вами поделиться своими размышлениями и моим пониманием, почему Арикс – это идеальное решение в сегодняшней ситуации. Под сегодняшней ситуацией я понимаю мировой кризис и ситуация с коронавирусом, которая сейчас коснулась уже практически каждого человека, потому что все находятся в условиях этого карантина, невозможности выйти на улицу и потребности как-то зарабатывать денег. Сейчас огромное количество людей, так сказать, обратили свои взоры в интернет. Как же можно зарабатывать, есть ли там деньги и как эти деньги оттуда достать. Мое огромное желание предостеречь моих друзей и те люди, которые по случайности увидят это видео. Друзья, не все объявления в интернете позволят вам действительно зарабатывать. Я понимаю, что сейчас люди будут терять те деньги, которых даже у них нет, потому что многие сейчас, не понимая, как в интернете зарабатывать деньги, будут доверять, так сказать, тем предложениям, где говорится, ничего делать не нужно, зарабатывая с первой секунды. Я вижу, как, знаете, когда есть спрос, появляется предложение. Есть спрос на заработок через интернет, начинается рост, так сказать, финансовых пирамид, которые просто говорят, ничего не надо делать, вложи небольшую сумму денег и зарабатывай миллионы, там, тысячи долларов уже в ближайшее время. Но это видео не об этом. Это видео о том, насколько я рада, что около года назад я, отправившись на поиски нового бизнес-предложения, выбрала именно Арикс. 5 месяцев я шерстила интернет с утра до вечера, изучая множество компаний, более 1500 компаний я пересмотрела с утра до вечера. Мы с мужем, мы с командой шерстили, изучали, углублялись в огромное количество бизнесов и выбрали все-таки Арикс. И вот сейчас, чем дольше я сотрудничаю с этой компанией, тем больше я влюбляюсь и понимаю, что выбрано правильное направление, выбран действительно серьезный фундамент, который позволит мне, который позволяет уже огромному количеству людей выходить на хорошие чеки, на хорошие доходы. И, соответственно, эти доходы, чем дольше ты работаешь, чем дольше ты уделяешь времени, тем больше ты зарабатываешь. Так вот, сейчас мне часто задают продукт, в какой продукт в компании, что нужно продвигать и с чего человек может здесь зарабатывать, с чего вы можете зарабатывать. Я расскажу свою историю. Когда я увидела предложение Арикс, первое мое отношение было, мягко говоря, отрицательным, потому что я не особо хотела работать с компанией, которая продвигает продукт, то есть материальный какой-то продукт. Но у меня на тот момент я уже знала, что я жду ребенка. И я поняла, что те продукты, которые предлагает компания, это именно те продукты, которые мне нужны, которые я хочу для себя, которые я хочу для своей семьи. И если даже на тот момент, а на тот момент я не могла себе позволить эти продукты, потому что это премиум продукты, это премиум цена, это премиум качество. Но я поняла, что я хочу, чтобы эти продукты были в моей семье, чтобы мой ребенок, чтобы он уже, будучи только в зародышевом состоянии, он уже получал лучшее питание и, соответственно, потом также мы все вместе продолжали качественно питаться. Вот это единственный вопрос, который я считаю правильным задать себе перед тем, как принять решение, хотите бы вы быть вместе с Арикс или не хотите. На сегодняшний момент какой вопрос волнует огромное количество людей? Это быть здоровым и зарабатывать деньги. Поэтому если вы отвечаете себе на вопрос, что вы хотите качественно питаться, вы хотите укрепить иммунитет, вы хотите, чтобы ваша семья была здорова, вам подходят продукты компании Арикс. Второй вопрос. Как зарабатывать деньги? Если для вас этот вопрос актуален, в компании Арикс маркетинговый план признан самым высокооплачиваемым в индустрии прямых продаж, в сетевом бизнесе, в легальном сетевом бизнесе среди компаний, которые входят в ассоциацию прямых продаж.
Компания Arix во время кризиса сейчас только увеличивает обороты, когда множество предпринимателей теряют свои бизнесы по всему миру, это миллионы людей. Это не устрашающая какая-то информация, это действительно то, что происходит. В компании Arix растут товарообороты, а это значит, что не только компания зарабатывает, а 50% от товарооборота компания выплачивает людям, которые предоставляют другим людям качественный продукт и возможность заработка. Вы только подумайте, у вас может быть сейчас в руках возможность, продукт, предложение, на которое сейчас огромный спрос по всему миру. То есть вы в условиях кризиса можете предоставить людям возможность заработка, возможность долгосрочного бизнеса, возможность получения растущий доход. Это просто, ну это просто невероятная возможность, которая есть сейчас у нас с вами в руках. Поэтому, если вы хотите пользоваться качественным продуктом, если вам нужен источник дополнительного дохода, если вы открыты сейчас к новым предложениям, я вам искренне рекомендую рассмотреть компанию Arix, потому что это та возможность, которая может реально кардинально изменить вашу жизнь в условиях кризиса. Потому что это та возможность, которая уже позволяет людям зарабатывать $1000. Это уже та возможность, пользуясь которой люди, которые берут ее и начинают уделять максимум своего времени на развитие этого бизнеса, за полгода выходят на $2000, 3, 4, 5, 8. Ну, в общем, это цифры реальные от людей, которые уже сотрудничают с данной компанией. Если вам эта тема интересна, если вы сейчас открыты к новым предложениям, рассматривайте, хватит сидеть просто на карантине и грустить, давайте вместе что-то предпринимать, у нас уже есть пошаговая система, мы уже знаем, как здесь зарабатывать, все, что вам осталось, это принять решение действовать, оставить комментарий под этим видео, либо написать мне в личку, и я с удовольствием поделюсь с вами информацией более подробно. Желаю вам взвешенного принятия решения, будьте здоровы, счастливы и, конечно, богаты. Успех – это вовремя успеть воспользоваться выгодной возможностью. Кризис – это возможность. Кто-то в это время вешает нос и тоскует о тех временах, которые прошли и уже не вернут, а кто-то смотрит вперед, принимает решение во время кризиса, кардинально меняет свою жизнь и использует кризис как инструмент. Этого я вам и желаю. Пока-пока!